Ребят, всем привет! У нас новая игра. Я ее уже где-то в жизни за кадром показывала, когда мы ее только принесли с Валбрис. В Озоне мы ее заказывали. Вот такая игра. Швабра-кадабра. Интересное нам название очень. Нам пылесоса не хватает. Да, у нас просто пылесоса не хватает. Мы купили швабру-кадабру, которая быстро-быстро все пылесосит, моет, чистит, заметает, да. Короче, будем сегодня, как говорят, да, по молодежному, юзить эту игру, тестировать. Посмотрим, зайдет, не зайдет. Интересная игра. Правила, нужно разбираться немножко в них. И вот куча карт, дай покажу. Куча карт, которые нужно читать. Это типа Свинтуса, где каждый герой имеет какую-то свою силу. И здесь нужно, как, Боря, правильно сказать-то в этой игре, мышление на тактику, тактично, стратегия. Стратегия. Какую карточку выложить, какую не выложить. Что как выиграть. Но выиграть может даже сразу же. Мы все уже любой, проиграли. Кто если вдруг из сундучка швабру катал. Короче, здесь игра, да-да, игра на стратегию и на удачу одновременно. Борюсик не играет, потому что здесь нужно читать. Борюсик, со временем мы тебе покажем все карточки. Сегодня я и ты, давай пять, будем зрителями в этой игре. Будем смотреть, как они будут справляться и кто из них выиграет. Ты за кого болеть будешь? За папу. Ты за папу? Нет, за муку. За... Правильно, логично. Все, за Мурку. А, ну получается автоматически за Тему. Молодец, за Мурку. Нейтралку выбрал. Я тоже выберу нейтральную позицию. Смотрим. Разбираем. Да, давайте сейчас папа расскажет. Мы не будем вас утомлять правилами особо. Сейчас Боря расскажет им всем, какие карточки, что значит. Первым ходит Паша. Он берет с колоды верхнюю карту, читает, смотрит и играет ее. Играет вот сюда. Он у себя выкладывает вот так. Саша у себя выкладывает. Это я буду у себя выкладывать. Да, Тёма будет у себя выкладывать. Значит, чем больше там сила, чем больше там циферка, значит, эта карта больше имеет силы. Дальше все по ходу расскажу. Так, и возле себя обратно. Так, Лёша Попович, Саша защитился. То есть снова себя защитил. Так, у меня заканчивается действие Лёши Поповича. На... И теперь мы берем. Значит, он всё, типа, уже навсегда играется. Опа. Ну все, карта свою сыграла. Что у тебя там есть интересненького? Я выбираю себя. Интересный ход. Значит, здесь я играю соловья-разбойника. Выберите игрока, можно себя. Игрок сбрасывает карту с руки и берет новую. Меня выбили. Как выбили? Что ты имеешь? Паша сыграл Кощея и назвал цифру 8. А если я выкладываю эти, то проигрываю. Все. Вообще-то поздравляю. Нет, если угадывают твою цифру, ты выбываешь. Да, так у меня же 8. Да. Теперь я буду руководить издали. Ну, видишь, зато тебе удобно будет сейчас правила читать, всем подсказывать. Отвлекаться не будешь. Теперь ты это все убирать, да? Нет. Нет, сейчас перебирать. Один. Смог играть, но... Потом сможешь играть. Ну, ты только с подсказкой смог бы играть. Давай разберемся, потом будешь играть, хорошо? Саша там какую-то карточку выбрал, которую хочет сыграть. Только я не знаю, что она делает. Сыграть хочу, что делает, не знает. Какую? А ну, покажи нам, какую хочешь сыграть. Ну, покажи, карточку покажи, то, что ты... Что там? Значит, Саша... Ага, все понятно. Саша, если ты сейчас играешь эту карту, ты сравниваешь свою карту последнюю на руке... с картой любого выбранного тобой соперника. И можешь поменять. Меньше, и если у тебя будет меньше карта, ты проиграешь. Если у него будет меньше карта, он проиграет. Выбывают. Так, довольно выгодно. С кем будешь воевать? Вернее, ты... Ты ее сейчас выкладываешь. Ты сюда выкладываешь. Вот ту карту. Сравниваешь ту с картой у любого этого. С одним из. Да. Это у тебя дуэль. С Тимофеем. Давай с Тимофеем. Все, разобрались. В тайне. В тайне. Сравнивай. Тимофею свою не показывай. Бери его, сравнивай со своей. У кого больше шансов выиграть? У кого больше цифра? У него или у тебя? Равные? Одинаковые? Все. Так их всего два. Карты одинаковые? Все. Цифры одинаковые. В равенстве ничего не происходит. Цифры происходят, а у вас одинаковые. Это прикольная игра, когда в ней разберешься. Да. Вообще. Сказано, что их 5. Интрига такая. Да, так, у кого что, там, где? Да, это, ну я же говорю, на любителя вот строить вот эти козни, вот это вот стратегия, такая игра в долгую. Вот кто любит такие игры, игра самое то, такая вот она. Баба-Яга. Какую-то карту придержать. Я не знаю твою карту. Мы не знаем чужие карты, нет. Что, у вас одинаково, нет? Ничья. Ничья? Ничья. Баба-Яга сыграла.
Все, карта колоде закончилась. У кого самая высшая карта, тот и выиграл этот раунд и берет это. У чья? У кого? Тёма, у тебя какая? Скажи два, карта два. Три. Все, один раунд сыграли, уже более-менее все понятно. Сама идея понятна. Каждая карта имеет свои свойства. Нужно продумать, какую выкладывать, какую нет. В общем, рассчитывать на свои силы. Прикольная игра. И может состоять либо из одного раунда, и может любой вытянуть швабру-кадавру, и все, игра будет закончена. Либо играть там раундом в 6-7. У нас, короче, такая ситуация, что Тимофею нужно бежать. Сразу. Серьезно? Саша выложил каще, сыграл на меня, говорит, 4. Ну, поздравляю, выбывай. А это тебя судьба сегодня такая, быть на этом. Выбывалка. Нет, быть, как это сказать, руководящим и читать всем правила. Вот у тебя сегодня судьба такая, пока правила не выучим. Короче, Тимофею нужно уезжать. Паше нужно уезжать, нам в сборе тоже нужно уезжать, поэтому мы играем, давайте договоримся, знаете как, мы играем до тех пор, пока у кого-то не будет больше, то есть в конце, когда нужно будет кому-то первому уезжать, у кого будет больше вот здесь в карточках, кто ты победил. Давайте так договоримся, сейчас пока 1-1 побеждают Саша с Тёмой. Давайте тебе тогда ускоряться, чтобы доиграть хотя бы несколько раундов сыграть, закрепить игру. Так, Саша, давай сюда. Баба Яга. Я сразу вырублю тебя просто и все. А Баба Яга что дает? Про сравнение? Ну все. Она показывает всю карту? Нет. Не надо? У кого больше? Шар, если у тебя больше, то ты... Да, все. А, все, Саша, ты выбыл из раунда. Все, вот это какой быстрый раунд. Мне нравится, слушай. Я думала, все раунды такие длинные будут. Подожди, у нас по одной карте. Теперь вы остаетесь. А что? Да, а теперь он... Нет, так а вы же берете. Да, продолжайте. Ходи. Ох ты ж. Коллега. Ну, кто из вас? Еще и сразу вы сразу скажете швабру-кадабру, тот, кто выиграет. И все, и прям игра удалась. Что ж ты скажешь? Так ты... Так я это на прошлую. А, так все, уже раунд закончился? Да. Да. Нет, еще... Единственное, кто дает, это вот кто шестерка? Кто дает? Леша Попович, Боря, или кто? Да ты что? Силу кто дает, вот это действует на все карты в течение раунда. А что это такое? Ты две выложил? Все. Слушайте, вы так быстро играете, я вообще не успеваю понять, что между вами происходит. Вот, вот эта карта, кто это? Леша Попович? Добрыня. А, Добрыня, вот он дает плюс один к твоей карте. Я знаю. И к любой карте, которую ты возьмешь. И к этой сейчас дает плюс 5. Один. Нет, вот та, что останется в руке. Все, которые 5. Приходят на руку, 5. Там написано. 5. Любая 5. Карта 5. В течение 5. Раунда, 5. Которая приходит 5. На руку. Карта... Нет, неправильно. Вот он сейчас возьмет, 5. Там 5. Тоже 5. Плюс 5. Один. В конце давай. Вот написано. А прикинь, я сейчас был бы 5, если сыграть эти карты Добрынь, так... А если две сыграешь, то два плюс на руку дает. На каждую карту. Я не хочу это делать. Обязан. Я не хочу. Выбирай одну из них. Сыграй другой. Я ухожу в депрессию. Если сыграете две карты Добрыни, то карта в руке. Карта в руке. Да, вот у него две карты вообще, в руке. Значит, двум картам плюс два. А сейчас плюс один. И что это значит? Вы хоть скажите, что происходит? Боря, комментируй. Не могу комментировать. Так быстро события идут вообще. Что происходит? Красавчики. Разыгрывай одну и все. Что? Помнишь? Три? Нет. Нет, ты все. Ты уже говорил три. Победа раунда. У кого больше? Да. Паша, Паша, давай швабру-кадабру тащи. У меня было 8. Сапожки. Сапожки? Один. Единичка, да? Да. Ну, все, у вас по одному. Закончился. Все, да, давайте. Ну, вы быстро его сыграли надо вообще. Так, так, я говорю. Паша, вы... Тёма говорит, вот как играть надо. Саша, ну, вы и быстро, конечно. Ты ходишь, ходи. Ну, я выиграл. О! Вижу. И что это значит? Я посмотрел. Посмотрел цифру карты. Выхватил карту, посмотрел. Ну, вы все вообще ничего комментируете. Будет. Все, пошла жара называется или что? Наконец-то. Чик-чик-чик-чик-чик. Даже Саша понял правила? Да. А мы думали сложные правила, Боря. Ты посмотри, а что происходит? Так, все, меня не трогай, целый круг. Вы посмотрите, что происходит. Что произошло? Алеш Попович я написал. А вот в чем защищает от действий почему соперника целый круг. А, давай, Паша. Я не знаю. Чем? Все, пошла жара. И что мы имеем на выходе третьего раунда? И первый, отгадайте, кто выбывает? Накологи. Та-та-та-там-та-там! Мы смуркотелка. Тебе везет сегодня третий раз подряд. Боря выбирает первый из всех раундов.
Это вообще шок какой-то. Ребята, у Тёмы осталось 6 минут. У нас 6 минут есть доиграть раунд и понять, кто выиграл. Давайте, раз, два. Я пошел там играть, короче. А ты что, вышел? Да, выбыл? А, выбили? Так подожди, Тимофей, надо понять, кто выиграл. Я сейчас приду. Давай. Пока Тёма будет одеваться, быстренько доигрывайте и посмотрим, кто выиграл. Может, кто-то сейчас... А, кстати, из вас троих кто-то сейчас возьмет, тот и выиграл. Боря. Правильно? В этом раунде кто возьмет, потому что у них ничья, да. По-любому, кто сейчас... Меняй карту. А, так по-любому сейчас или Саша, или Паша выиграют. Да. Саша или Паша, среди вас победитель. Давайте. Карты закончились, сбрасываем, да? Да. У кого больше? У кого больше? Кто победитель? Паша выиграл, бери. Сейчас загаешь швабру. И еще и швабру кадабра, давай. Ну, нет. Короче, три. Паша три. С троечкой выигрывает. Короче, игра, мы попробуем ее еще дальше поиграть. Научим Борюсика играть. Боря сегодня расстроился, что с нами не играл. Но нам надо было сына протестировать ее. Посмотреть вообще, пойдет она, не пойдет. Поймем мы ее или не поймем. И в следующий раз, теперь вот Саша знает правила. Папа поедет на заказ, а мы как засядем, мы с тобой вдвоем будем против Саши. И против Паши. Что скажешь? Нет. Сам хочешь? А ты будешь, там читать надо. Видишь, такая игра, которая для... Вот, тебе еще будет один повод побыстрее выучиться читать по кубикам Зайцева. И научишься читать, и сможешь сам играть в любые настольные игры, где нужно читать. А сейчас мы можем только с тобой обыграть Пашу и Сашу. Вместе сообща, командой. Будем командой? Мам. Так я хочу с папой играть. Ну тогда с папой. Когда папа будет дома, с папой давай. Ты тогда с папой, я сама. Да? Да. И что, будем против друг друга играть? И ты у меня хочешь выиграть? Да. Ты будешь ко мне, на меня с бабой Егой идти? Да. А я на тебя с Кощеем Бессмертным. Короче, зашла игра. В общем, папочка, младший сын Борис Борисович расстроился, что у него не получилось поиграть. В результате разговора мы сошлись на том, что он с мамой в команде играть не хочет. Он хочет играть с папой в команде против мамы. Два Бори против всех. В выходной провели шикарное время с семьей. Я понаблюдала за этой реакцией, за этими, ох, суетой этой всей. Еще продолжение будет. Где? Сегодня вечером. Нет, ну я имею в виду, мы уже снимать не будем, уже просто ну, да. Поснимаем. Просто хотелось показать что-то новую игру, познакомить и вообще... Мы же когда что-то новенькое приобретаем, сразу все показываем вам, рассказываем. Кто-то мне в личку пишет, что-то рассказывает, показывает. Спасибо огромное, столько советов вы нам даете, столько всяких ссылок да, присылаете. Спасибо. Просто вот чем имеем, с вами делимся. За вас благодарны, говорю, что вы нам делитесь. Знаете, какая большая родня по всему миру, да. Которая взаимовыручкой занимается, взаимопомощью, взаимосоветами такими, по здоровью, и по детским каким-то играм, и по развитию, и по воспитанию, и по образованию, и по строительству, и по мастер-классам. В общем, да, поэтому спасибо, что были с нами сегодня, с нами время провели. Пока-пока, до новых видео, ребята.